Ерофеева. Быстрый контрвыпад. Кирилл Мельниченко пробросил. И нет, отбор все-таки в районе скамейки запасных капитана шайба произошел. Нужно сейчас опускаться с Ступинцем. Пяткин контролирует. Передача хорошая. Тут же бросок не последовал. Не стало Шаховцов. Туда дальше. Глубже на нападающих. Борется Кращинский. Уже заигран, нужно сейчас развернуться, посмотреть, потому как позиционная атака гостей затягивается. Прекрасные передачи прошли, бросок с внешней стороны сетки, чиркает шайба, Пяткин с удобной выводит через бор, попадает шайба.